принес 4 клюшки. Да. То есть ты, он 2 только принес на стадион, да? Не, у меня здесь те еще есть, но они не готовы. Не готовы были. А, они не были обмотаны там. А ты когда первую, то когда сломал? У нас, когда перевернул клюшку, ударил по шайбе, у меня черенок сломался. Ты тренировал какой-то булит, хотел что-то особенное показать? Вообще ничего не тренировал. Как бы здесь без особенности вышел и. Такой пистолет, что же надоело что-то придумывать? Ты хотел, чтобы на другой вырвал, да? Ну да, я мне хотел это бросать, а меня на броски не поставили. Это был экспром, да, у тебя, помню? Да, полный экспром. Ну ты удивился, когда именно ты выиграл? Да, я очень сильно удивился. Я не думал, что я смогу выиграть Кишинского. А кто думал выиграть? Я думал выиграть Ферри. Когда ты вот эти белые 4 раза носил щечка, у тебя силы уже все меньше и меньше, да, было с каждым разом? Наоборот, все больше, потому что ты разнялся. Просто снимай клюшку. Клюшка ли танго твоего размера или? Нет, больше. Больше играет? Жесткая нет. Другая, да? Защитник, да. Мягче. А, мягче наоборот, да? Больше, поэтому она мягче. Ты очень удивился, по-моему, когда третий добросок не зачитали, тебе говорят, иди разговаривай с судьями, да, что тебе сказали? Ничего, я просто думал, ну как ему уже зачитать бросок? Сколько можно, да, уже? Да. Тебе нужно было Додонову советы какие-нибудь дать, а то он совсем... А я ему дал совет, а видишь, что получилось. А что ты ему сказал, ты сделал? Спроси у него. Ну, вообще, то, что ты второй раз подряд уже выиграл этот конкурс, можешь сказать, что третий. Ты... На красоту. Третий раз. Главный шоу Man in Hell получается, как ни крути. Ну, в России у меня тоже такой шоумен. В смысле? Ну, в смысле, сгорят желтых не сразу. Ну, последний вопрос тебе задам уже. Вот то, что ты носил щечка, сам попросился участвовать? Не, меня просто поставили. Ну, ведь шансов против Хары. Ну, понятное дело, куда мне там до них, до гигантов-то. А, по-моему, еще смешнее был этот конкурс, чем конкурс на булитах. Ты это развеселил? Да, да. Можно. Не догонишь, так согреешь, знаешь, да, пословица да. Есть. Ты специально споткнулся о провод или? Я не видел. Я смотрел и бам, и упал. Малыш, поздравляю. Спасибо.